среду, по прогнозам синоптиков, в наш регион придет похолодание. 8 августа в Сарове в течение дня ожидается небольшой дождь. Утром плюс 15, днем воздух прогреется до 18 градусов тепла. Ночью плюс 13. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. В Нижнем Новгороде облачно с прояснениями. Утром плюс 15, днем возможны осадки, столбики термометров поднимутся до плюс 19, ночью плюс 12. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В столице переменная облачность. Утром плюс 13, днем до 22 градусов тепла, ночью плюс 14. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. И помните, какой бы ни была погода, она всегда по-своему прекрасна.